есть, соберем ринг в кучку весь, вот прям от входа в ринг до выхода из ринга. Так, Кать, давай по кругу. Пару кружочков? Ну как пару кружочков? Пока эксперту не надоест, он мне скажет достаточно. Олег, давай стороночку отойди немножечко. Ага. Вот сейчас, кстати, вот то, что я говорила, вот собака темпераментная, да? Кать, ты пока ходи, мне нравится. Собака темпераментная, и ему нужно, ему хочется двигаться быстрее, но темпы хендлера и размеры зала не позволяют ему двигаться быстрее, но ему как-то надо двигаться. Для этого он, точнее, в связи с этим, он переходит на иннофит. Вы видите, он находит, да? Причем он находит очень стабильно. Кать, ничего страшного, то есть нам сейчас болезнь, что он и находит. Вообще, это как бы, этот аллюр, им нельзя двигаться таким аллюром в ринге. Это, ну, конечно, он не дисквалифицирующий, если собака будет двигаться постоянно несбиваемой иноходью, ее могут там как-то сильно снизить и оценку за нетипичное движение или еще что-то. Вот. Но в данном случае мы просто понимаем, почему это происходит. То, что вот я на пальцах пыталась изобразить в прошлый раз, у меня не получилось. Кать, вставай пока на место. Сейчас просто на более маленькой собаке мы покажем, что... Попробуй, кстати, таким же, Оль, темпом сейчас подвигаться, то есть относительно быстрым шагом, относительно. Мы посмотрим, как рядом будет. Ну вот, совсем друг, ну, это другой размер, и ей вот, допустим, хендлерского темпа хватает вполне. Она рысит. Вы видите разницу, да? Понимаете разницу между иноходью и рысью? То есть при иноходе у нас собака вот так идет. А сейчас у нас собака рысит, то есть она выносит одновременно диагональные конечности. Не односторонние, а диагональные. Угу. Все, вот, вставай, пока. Я думаю, что мы завтра